Здравствуйте, дорогие товарищи! Я приветствую вас от лица Украинского объединения «Боротьба». И я очень благодарен за возможность рассказать о тех событиях, которые сегодня происходят в Украине, Донбассе, и поделиться о том, на какой стадии сегодня является расследование массового убийства, произошедшего в Одессе ровно 6 лет назад, 2 мая 2014 года. К большому сожалению, несмотря на то, что в Украине сменилась власть, и несмотря на то, что новый президент Владимир Зеленский пришел во власть на лозунгах окончания войны и расследования второмайской трагедии, ничего не было принципиально изменено во внутренней украинской политике. Как происходили обстрелы мирных поселков на Донбассе, так они и происходят. Как было саботировано расследование этой второмайской трагедии, массового убийства 2 мая, так до сих пор происходит саботаж расследования этого массового убийства. Уже прошло 6 лет, и до сих пор не был наказан ни один из тех, кто нападал на беззащитных одесситов, ни один из организаторов этой трагедии, ни один из исполнителей и ни один из заказчиков. Однако я хотел бы подчеркнуть, что сразу же после убийства 2 мая, 9 мая 2014 года произошло аналогичное преступление новой украинской власти в городе Мариуполь на востоке Украины, это Донбасс, Донецкая область, пока еще Донецкая область. Надеюсь, в будущем это все-таки будет Донецкая Народная Республика. Так вот, в этом городе 9 мая 2014 года произошел расстрел мирных людей из бронетехники. И украинский парламент, Верховная Рада сразу же создали депутатскую комиссию, которая должна была расследовать два этих преступления. Однако, по словам председателя этой комиссии Антона Кисе, который являлся членом украинского парламента в тот момент, и если, точнее, исходя из отчета этой комиссии, мы можем сделать выводы, то есть там прямым текстом сказано, что расследование саботируется, и Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины не предоставляет никакой информации депутатам, что является нарушением украинского законодательства, так как в Украине депутат Верховного Совета, Верховной Рады, он имеет очень большие полномочия, и исполнительная ветвь власти обязана, то есть министерство и профильное ведомство обязаны предоставлять информацию по требованию народных депутатов. Однако этого сделано не было, и у народных депутатов никаких рычагов влияния на министра внутренних дел и на председателя службы безопасности тоже не было. Поэтому в отчете так прямо и указано, что власть не заинтересована в расследовании. Сейчас прошло уже 6 лет, и несмотря на то, что мы знаем, кто непосредственно убивал беззащитных одесситов, кто организовывал и какова роль украинской власти, мы знаем этих людей, эти многие личности установлены, но мы не можем привлечь их к ответственности, что, конечно, очень плохо. Мы надеемся, что все-таки они не уйдут от наказания, потому что это преступление, которое не имеет срока давности. Несколько десятков человек были убиты, сожжены заживо. Людей добивали, когда они выпрыгивали из горящего здания. Но трагедия 2 мая, она касается не только нас, одесситов и граждан Украины. Она должна служить примером всему миру, всему цивилизованному сообществу, потому что
те зверства, которые творили украинские неонацисты, то же самое могут и будут творить неонацисты других стран. Просто при определенных обстоятельствах. И к таким обстоятельствам нужно готовиться. Самая большая ошибка движения «Антимайдан» в Одессе и в Харькове – это была надежда на мирное решение политического конфликта, который уже был достаточно серьезный. И эта роковая ошибка привела к тому, что сегодня и Одесса, и Харьков, и другие города Новороссии находятся под властью неонацистов, точнее, правильнее будет сказать, под властью неолибералов, которым служат неонацисты. Потому что неонацисты, они являются просто цепными псами власть имущих и тех олигархов, которые сегодня реально управляют Украиной. Отвечая на ваш второй вопрос, я хотел бы рассказать немного о ситуации на Донбассе. Как уже было сказано ранее, несмотря на то, что новый украинский президент Владимир Зеленский обещал прекращение огня, огонь не прекращается ни на один день. Каждый день происходят обстрелы. Не бывает такой недели, чтобы с обеих сторон не было раненых. Не бывает такого месяца, чтобы не было убитых. Однако нужно сказать, что несмотря на продолжение боевых действий на линии соприкосновения, стороны не меняют свои дислокации. Если, конечно, не считать захват серой, так называемой серой зоны, нейтральной полосы украинскими солдатами. Однако Минские соглашения все-таки это достаточно положительное явление, потому что благодаря Минским соглашениям новая власть в народных республиках сумела полностью восстановить работу всех государственных институтов, практически создав их с нуля заново. Во многих структурах личный состав поменялся на 80% и может быть и более. Однако, даже несмотря на активные боевые действия, многие структуры продолжали работать, за что им большое спасибо. И сегодня в глубине республик, то есть в регионах, которые находятся на определенном отдалении от линии фронта, жизнь достаточно мирная и практически все было восстановлено до уровня 2013-2014 годов. Однако хотелось бы еще отметить влияние пандемии, которая хоть и не так сильно сказалась на Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, однако, учитывая слабость всей экономики, пандемия все-таки сыграла очень отрицательную роль и повлияла на благосостояние граждан. Конечно, на территории бывшего Советского Союза, это благодаря советской системе здравоохранения, пандемия не нанесла такой ущерб и не погибло такое большое количество людей, как погибло в Соединенных Штатах или Западной и Южной Европе. Однако я связываю этот факт с тем, что в советское время была поголовная вакцинация, где-то начиная с 60-х годов, все граждане получали вакцину от туберкулеза, так называемую БЦЖ. И сейчас уже многие ученые из разных стран признали эффективность БЦЖ, признали эффективность БЦЖ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так вот, возвращаясь к Луганской и Донецкой Народной Республике, нужно сказать, что карантинные меры, они тоже отрицательно повлияли на и без того слабую экономику. И
до сих пор не открылись некоторые мелкие предприятия, закрыты кафе, закрыты увеселительные заведения, такие как, допустим, театры, музеи, цирк и так далее. Вот. Однако предприятия уже вернулись к своей обычной работе. Из таких острых и горящих тем, которые сегодня на слуху и которые сегодня обсуждают практически весь русскоговорящий сегмент интернета, это является забастовка в городе Антрацит. Это забастовка шахтеров. Если я не ошибаюсь, она началась 7 июня, то есть в начале июня. Шахтеры опустились в шахту и отказались подниматься наверх до тех пор, пока их семьям не будут компенсированы, не будет компенсирована заработная плата за последние 3 месяца. И вот буквально сегодня уже в эту ситуацию вмешался глава Луганской Народной Республики, Пасечник, и удалось и дал поручение погасить задолженность рабочим и дал поручение правоохранительным органам, которые до этого вызывали шахтеров на допросы, дал поручение ни в коем случае не преследовать протестующих. Естественно, произошел определенный репутационный урон, потому что очень рьяные сотрудники правоохранительных органов начали допрашивать протестующих, начали приезжать к ним домой, вызывать на какие-то беседы, и даже заблокировали работу нескольких информационных сайтов на территории Луганской Народной Республики. Однако это привело лишь к усилению внимания к этой проблеме, и после вмешательства главы Луганской Народной Республики Пасечника эта проблема была решена. То есть сейчас уже шахтерам выплатили всю заработную плату. И я могу поздравить шахтеров с их победой. Отвечая на ваш третий вопрос относительно товарищей, которые преследуются в Турции и которые объявили голодовку и принесли себя в жертву общей борьбе, я могу сказать только одно, что это, безусловно, героический поступок, на который способны только идейные люди, ставящие свою идею о лучшем мире, о справедливости выше собственной жизни. Безусловно, это является примером достойным уважения. Однако, вспоминая этих товарищей, которые отдали свои жизни в борьбе, и Хелин Бюлек, и Ибрагима Гёкчека, и Мустафу Кочака, становится очень жалко этих товарищей, потому что сегодня в мире очень обостряются противоречия из-за того, что кризис империалистической модели, он входит в стадию турбулентности. Мы видим, что коронавирусная инфекция обострила все противоречия, которые уже очень сильно накопились в обществе, в большом количестве накопились в обществе. И я думаю, что в ближайшие годы в мире начнутся огромные трансформации, на которые мы, как коммунисты, должны иметь определенное влияние. И, конечно, я очень сожалею, что таких идейных товарищей с нами не будет в этот момент. Но, с другой стороны, я понимаю, что тот пропагандистский эффект, который возник после их гибели, он тоже огромен, потому что огромное количество людей просто увидели, насколько турецкая власть подло и бесчеловечно обращается со своими гражданами. С другой стороны, это очень сложная тема, которую многие товарищи из левого движения России и Украины
критикуют такие формы и методы борьбы, а многие, то есть некоторые наоборот, поддерживают. Однако, еще раз повторюсь, что это очень сложная тема, и есть определенные как свои плюсы и минусы в таком отчаянном жесте. Я повторюсь, что я хотел бы видеть этих товарищей живыми, а не мертвыми. Я очень переживаю за своего товарища Айтача, который сегодня тоже тоже участвует в голодовке и голодает больше 130 дней. Я понимаю, что эти шаги – это вынужденная мера, что власти не оставили больше никакой другой надежды и никаких других путей для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы показать свою невиновность. Мы знаем, что карательная и репрессивная машина в Турции, она настолько же ужасна, насколько и украинская карательная машина. Извините. И, безусловно, такой шаг, это является очень сильным шагом, который требует огромных усилий, огромного, то есть очень мощной силы воли у человека. Но есть и другой взгляд на эту проблему, что те люди, которые сегодня находятся у власти, такие как Эрдоган, они будут только рады, если революционеры будут сами умирать. И это является тоже определенным фактом, с которым нельзя поспорить. Многие левые в России и в Украине, видя, что происходит, допустим, в украинском обществе, как фашисты убивали людей 2 мая в Одессе, как фашисты убивали мирных людей на Донбассе, как они закапывали живьем ополченцев и другие преступления. То есть левые видели это все, они показывали друг другу, они делились этим, что посмотрите, насколько это плохо, насколько это ужасно. Но дальше должен быть какой-то определенный следующий шаг. А следующего шага не последовало. Точнее, в большинстве случаев не последовало. Конечно, многие люди все бросали, ехали на Донбасс, вступали в ополчение для того, чтобы с оружием в руках отстаивать, бороться с фашизмом и отстаивать эту территорию для того, чтобы фашистские каратели не смогли сюда ступить. Я это говорю, провожу эту аналогию с турецким обществом, что многие люди, конечно, видят самопожертвование товарищей. Они видят, что многие товарищи отдают жизнь в этой борьбе. Но дальше должен следовать еще один шаг. И для того, чтобы этот шаг был сделан, коммунисты, уже революционные организации должны включаться в работу по организации этих людей. Если такие структуры будут успешны, если они смогут вовлечь большое количество людей в революционную деятельность, безусловно, жертва товарищей из групп ЮРУМ и People's Front, она не будет напрасна. Она приведет к определенным результатам и определенным успехам. Поэтому я хотел бы пожелать прежде всего победы тем товарищам, которые сегодня участвуют в голодовке, побольше сил, терпения и крепкого здоровья. Это первое. Второе, я хотел бы пожелать успехов тем революционерам, которые сегодня находятся на свободе и которые ведут борьбу в очень жестоких, тяжелых условиях, которые сегодня сложились в Турции. Мы прекрасно знаем, насколько вам тяжело. Мы тоже столкнулись с похожей ситуацией на Украине. И мы прекрасно представляем, в каком положении вы находитесь. И тоже я хотел бы от имени всей организации «Борьба» пожелать вам успехов, сил в борьбе. И самое главное, я уверен, что эта борьба, она не будет напрасна, что
она приведет к определенным результатам. Нам нужно всем чаще общаться, больше координировать усилия. Нам нужно решать определенные организационные вопросы, вопросы, связанные с информационной работой, с юридической поддержкой. И для этого нам нужны координационные структуры. Я рад, что мы познакомились с такими товарищами, как антиимпериалистический фронт, и вошли в эту структуру, потому что мы можем меняться информацией и поддерживать друг друга с товарищами из других разных стран, у которых такие же идеи, как и у нас. Еще раз победы нам всем и удачи. Но пасаран.